Главный вопрос очередного заседания Совета депутатов был посвящен назначению даты предстоящих выборов в окружной совет. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В окружной совет депутатов входит 30 человек. 10 из них избираются по партийным спискам, остальные по одномандатным, каждый от своего избирательного округа. Напомним, что по закону баллотироваться в совет депутатов может любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. Не имеют права избираться граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Выборы пройдут в единый день голосования. В этом году он выпал на 8 сентября. Эту дату для выборов Совет депутатов утвердил единогласно. Напомним, что срок полномочий нового совета остается неизменным. Он составит 5 лет. Мария Ревека, Сергей Власов, ТВР-24.